Мир тебе, брат. Мир тебе. У тебя скучал, по всем скучал, а? Ну, привет, обниматься будем? Это не ребята. Фотограф у нас. А где Игнат Тихонович? До дома он себя, не могу дозвониться до него. А я тоже ему звонил, он не берет. Ну, он не слышит, значит. Я понял. Где разгружаемся? Здесь. Здесь, да? Да, женщина сюда, мужчина туда. Женщина налево, мужчина направо. Да. Добрый вечер. Мир тебе. Ой-ой-ой, какой мы маленький. Маруся. Маруся. Мария, значит. Да. Мир вам. Поближе можно. Так. Да, я ее возьму. Давайте ее возьмем. А как понял это, Дмитрий, как понял, что это надо вернуться назад? Как-то странно, мы полями, там же справа должна быть виднеться железная дорога. Ага. Вот, и мы потом развернулись обратно, посмотрели действительно и поехали. А я Сергея потерял, думаю, где он с собаками, хотел тебе, чтобы ты телефон взял, сказал, куда ехать. Они а там немножко... связи что-то как-то... Они немножко не туда свернули. А я у Игоря Лужкова спросил, он говорит, они говорят, неправильно сегодня назад возвращаться. А тут да, связь, а тут связь пропала. Без следов была, без машины. Да. Машина попала. А там накатана дорога, да. Как раз. Да. Ну я-то не запоминал дорогу. Не помню. А что ты делаешь? Разгружаешь. Да? А там уже разгружаться? Да? Конечно, все уже. У вас как-то дождя не сильно было, а там все разъезд, все там. У нас... По полпути проехали, был дождь, дорога со слякотью, а потом сухая была. Ну да, у нас только сбрызнуло здесь. Да, пару раз. Она быстро проветривается, когда не сильно. Вы будете вот здесь, в этом доме ночевать. Спасибо. Ага. Брат там будет. Кто будет? Муж там у вас. Там мужчина, тут женщина. А я только как сторож здесь в комнате сплю. Ясно. Это хорошо. За место овчарки. Овчарка наш дом охраняет, две тоже. У нас две, да. У вас сильнее охрана. Что, куда? Все, заходи в дом. Так, ну ты... Это чьи вещи-то? Женские или мужские? Ну, все вместе. Все вместе, да? Там же одна твоя сумка, другая наша. Так, ну да, мужское несем, да? Вот мужчина тут там, без вещи, а женщина здесь. Ну, то сейчас ну, разбирайте. Ну. Что, открывай, Сергей, что-то. Да? Дверь открываем. Давай. Пойди по сторонке. А ребенок куда? Мальчик с отцом? Да, с отцом, ага. Тебя как зовут-то? Назар. Назар, да? Заходи, Назар. Если что, этот... Он там находится. Вот этот? По-маленькому. Туда. За сараем. Так, здесь в Володе все. Все, да? Тю-тю. Батарейка садится. О, вообще здорово. Батарея села. Вот туда заходите. Надо было это, если женщин нет, так может быть им все вместе. Нет, Игнатьич мне сказал, нет, еще. Нет. Он сказал распределить. А, там туда, да? Да, вот вам. Любую там, любую палате занимайте, какие вам понравятся. Это печка. Русская печь называется, а это рыжая кошка. А тут любое?
Да. Любое. Спирт? Любое. Никого там нет. Да, да, да. Ого, ого. Тут на крещении много сестер было, а сейчас разъехались все. Я говорю, на крещении много сестер было, сейчас разъехались. Ага. Ну все, Назар, вперед за отцом. Так, я сейчас... Подскажи, одеяло, подушки, все это. Одеяло, подушки? Ну да, там. Там все там, да. Просто подскажи, где что взять там. Вот здесь, Дмитрий, это туалет для мужчин, тут прямо по курсу. А? Двойной. А женский там в другом месте. Так-то все, без особых приключений, все нормально? Все нормально. Просто о. Долго ехали, а то, что маленький ребенок, приходится останавливаться постоянно. А, ну понятно. Ну и то, я смотрю, это бодрственный такой, а. Веселый. Да не, нужно. Нормально перенес. Так, сюда. Надо. И дверь открывай, чтобы я заходил. Нет, это они перебываются просто. Так, вот здесь как? Что делают? В тапочках ходят потом они. Ну просто проходи, проходи, проходи. Здесь у нас. Потом тапочки оденешь свои. Дима, значит, вот там Назар внизу будет. Вот там рядом с ребятами. Так, а ты вот здесь двери бы выбирай. Иначе, значит, просто говорит, детям безопасно внизу спать, внизу. На всякий случай. Куда хотите, туда я лягу. Вот, любая. Все, здесь все. Сережа, здесь все хорошо. Егор, здесь я. Куда поставить? Куда поставить? Тумбочки там свободные. Там тумбочку можно. Заходи там, смотри, где пустые тумбочки. У вас, Артем, где твоя тумбочка? Какая? Вот это. Все, там, значит, две краник свободны. Пустите меня. Подожди, нет, одна не свободна, вот. А что там? Там вон, что-то там есть. Там белье. Белье? Да. Нет, вы смотрите, чтобы Сергея Павловича там... Да, там может Сергея Павловича, наверное, может быть. А какая у него вообще тумбочка? Я не знаю, какая у него. У него вообще посмотреть. Так-то здесь на полу вещи. Жене надо вот здесь. Зара, где твои вещи? А, это только мои. А твои у мамы? Вот свободная тумбочка. А я знаю. Пожалуйста. Пошла вот это. Ух! И это... Дима, эти белье видите, у вас постели? Это просто не на очки. Вот сейчас надо тогда заправить будет. Сразу. Только не знаю, там они. У нас она взяла сразу на одну постель или на две. А вам надо на три. Надо на три даже. Тебе, ему и жене. Может быть, даже и не хватит. Ну у нас есть что, да. На одну. Ага. Так, что делаем? Что? Ваши приказы. Пошли там. Ну потом приедем. Сейчас вместе помогу. Сейчас не увидим. Нет, скорее всего. Я потому что дозвониться не могу. Мы, видимо, уже может даже это, он, наверное, отдыхает. Он уже спит, наверное. Может быть. Я в туалет. Он сегодня наработались, накосились, а там... Пока, я в туалет. Набегались. Пока, я в туалет. Ну, по здоровью все нормально? Да, слава богу, да. Завтра утром, видишь, 4:40 подъем, так что раньше ложись. Все, отлично. А для... Значит, жены... Назар, дети, они в 5. Так. То есть 5 и сразу на молитву. Угу. Все. А мы в 4. Ну, встаем в 4:40, потом все одеваем, умываемся, а потом я детей поднимаю. Все хорошо. А, получается, у меня жена одна абсолютно в доме? Да. Нет. У меня своя комната, я там сплю. В комнате. Отдельно там увидишь. Я тебе а покажу. То она будет бояться одна дома. Не-не-не. Иначе, значит, меня как сторож там, я постоянно там ночую. Все хорошо. Охрана. Ну что, пойдем? Там вместе помолимся. Давайте. И отбой. Перед сном, да. Давайте. А то уже ребятишки спать некоторые хотят. Сейчас скажу, что мы пошли. Так, сейчас я светлю. Молиться. Ну все, слава Богу за все. Здесь Сергей Павлович двух собак своих прицепляет на ночь. Так что у вас серьезная охрана тут. То есть не выйти, да? Да, не выйти. Может, туда не заходить, чтобы потом не выйти? Ну, спросишь у него.
Просто мы их почему сюда закрываем, потому что они там бывают тявкают целую ночь. Ага. Потом не уснешь. Еще кепочка есть? Где у этого? У Назара кепочка. И это пояс. Пояс. Ой, да, пояс. Поясочек, да. А у вас не будет? Там, там это, на подоконнике какой-то я вязаный видел. Вот где швейная машинка. Две швейные. Да? У меня в доме, да. Угу. Ну, сейчас. Так, в туалет сходили, на молитву подходите. В тот дом. Иди, проходи. Вот, слава Богу, молились за брата. Приехал. Слава тебе, Господи, наш, слава тебе.